А я хочу поздравить с наступающим Новым годом всех своих братьев по цеху. Нас шутов гораздо меньше, чем кажется, а хороших так и совсем мало. С наступающим Новым годом, шуты! Я горжусь тем, что я шут. Сергей Волчков, номер 03. А сейчас последнее выступление на этом этапе. На сцену приглашается Наргиз Закирова. Номер для голосования 04. Что бы ни случилось, для меня уже, в принципе, все случилось. До сих пор не могу поверить, честно говоря, что я сейчас в финале. Судьба, прошу, и не пожалей добра. Терпимо будь, а значит, будь добра. Для меня это очень удивительная артистка. С ней интересно общаться. Мы вошли. Она уже сформировавшаяся личность. У Наргиз есть что-то то, перед чем я в полном восхищении. Наргиз Закирова – замечательная певица. Она такая тонкая и очень искренняя женщина. Я вижу, ты уже рвешься на сцену. Попробуй степ от конфетной фабрики «Славянка». Зарядись энергией, покори сердца всех слушателей. Прошу. Уважаемые зрители, только благодаря вам я сегодня в финале. Спасибо, что вы в меня верите. И все, что я буду делать на сцене, это будет все для вас. Затеплится синий, лишь только звезды блеснут в небеса, и черемух серебряный иней уберет жемчуга. Где гуще сплетаются ветки, у калитки тебя подожду, и на самом пороге беседки кружева с милых потихоньку калитку, и уводи в темный сад, как тень. Не забудь потемнее. Oh.
потемнее накидку кружев.